Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна, и сегодня мы с вами поговорим про магний. В корпорации «Сибирское здоровье» выпускается целая линейка элемметаллов. Это элемметалл с кальцием, элемметалл с йодом, элемметалл с селеном и элемметалл с магнием. Что такое элемметаллы? Это такие продукты, это, я бы даже сказала, наверное, на препараты они больше похожи, которые, это минералы, я зачитаю, это минералы и микроэлементы в концентрированной природной форме, которые максимально усваиваются организмом, натуральные комплексы, обогащенные витаминами и растительными экстрактами, повышают активность и биологические эффекты минералов. То есть вот такие, Дим, покажи на каталоге элемметаллы, вот их 4 вида. Но сегодня мы с вами поговорим именно про элемметалл с магнием. Очень мне захотелось про него рассказать, потому что в моем случае мы его, в моей семье, человек его употребляет. И мы видим, скажем так, разницу между синтетическим магнием и природным. В чем разница? В чем? Вы знаете, вот синтетический магний, мы его можем пить только курсом. А вот элемметалл с магнием, его можно пить столько, сколько вам нужно. Потому что это природный продукт, природный препарат. И к тому же он обогащен экстрактами трав, которые обеспечивают спокойствие нервной системы. Вот получилось так, что сначала обратились к врачу, что я, в принципе, и вам советую. Если у вас какая-то сложная ситуация, нужно сначала обратиться к врачу. Врач назначает вам курс лечения, и если вы видите, что он вам назначает магний, как вот это в нашем случае было, вы, конечно же, сначала лечитесь. Это однозначно. Лечение – это святое. Врач, он назначает тот комплекс, который вам необходим, чтобы снять острое состояние. Вот заканчивается ваш больничный, вам врач говорит, ну, вроде как все. Вы типа здоровы, а вы выходите и понимаете, что вы еще недолечены, и что вам еще хотелось бы что-то попить для успокоения нервной системы. То есть, особенно это касается невралгии. То есть, действие этого препарата проходит, лекарство, и наступает тот момент, когда вы уже начинаете задумываться о том, какие бы травки попить, какие там... Может быть, какие-то сборы, может быть, там корвалол, валерьянка, ну и вот все в таком духе. И вот в этом случае, вот вам придет на помощь вот такой продукт, элемветалл с магнием. В каком случае еще можно пить элемветалл с магнием? Вы абсолютно здоровый человек. Но стрессовые ситуации, на работе вы нервничаете, дома какие-то проблемы, да и вообще как-то что-то не складывается, и ваша нервная система, она просто вот как натянутая струна, вот кажется, вот коснись ее, и все, и случится буквально катастрофа, вы взрываетесь на каждом шагу, но особенно это касается женщин предклимаксного состояния. Это девушки, это женщины, то есть, а женщины это вообще отдельный разговор, они существа в этом плане такие нежные, наоборот, их нервную систему нужно беречь, и к тому же бывают такие моменты, когда действительно нервная система, она быстро очень поддается взрыву. Вот. И вот в этом случае тоже будет очень хорошо попить элемветалл с магнием, даже девушкам, женщинам, ну и мужчинам, соответственно. И знаете, вот прежде чем снять этот ролик, я
залезла в интернет, на сайт Сибирского здоровья и почитала еще раз дополнительно про этот продукт. Сначала хотела вам рассказать все своими словами, но все-таки я вам это прочитаю, потому что вы должны это знать. Чем же отличается наш Элемвитал с магнием от других продуктов, других фирм? И к тому же у него очень приемлемая цена, очень приемлемая. Это недорогой продукт. Вот слушайте, седативный комплекс, Элемвитал с магнием, это седативный комплекс. Магний – минерал природной безмятежности. Он находится практически в каждой клетке нашего организма. Но особенно большое количество магния содержится в мышцах и мышечных клетках сосудов и сердца. Дело в том, что одной из главных функций магния является регуляция процессов расслабления мышц, сосудов и сердца. Благодаря этому магний способствует хорошему сну и устойчивости к стрессу. Понимаете, да? То есть люди, которые подвержены стрессовым ситуациям, вот магний будет как раз вот в самый раз. В новом продукте серии Элемвитал магний содержится в виде органической соли лимонной кислоты, цитрата магния. Так как цитрат является органической и хорошо растворимой формой магния, это в значительной степени обуславливает его высокую биоусвояемость. То есть это как раз то условие, при котором магний на 100% попадает в наш организм. Вот у меня мой родственник пил магний лекарство. И вот мы когда купили это лекарство, и когда я там прочитала, в нем там магний, значит, 500 миллиграмм. И магний усваивается только на 35-40%. Понимаете? Но все равно лекарство – это святое. Лекарство надо пропить, потому что это лекарство. Значит, поехали дальше. Однако хорошая растворимость... хорошая растворимость в воде далеко и не единственная особенность цитрата магния, имеющего широкий спектр действия. Значит, он способствует нормализации кровяного давления. Женщины, мужчины, у кого высокое давление, вам нужен Элемвитал с магнием, потому что человек нервничает, а давление бывает эмоциональным. Вы не будете нервничать, и ваше давление будет в норме. К тому же у вас будут вовремя расширяться и сужаться ваши сосуды, так как нехватка магния, сосуды вовремя не расширяются, вовремя не сужаются, и поэтому происходит да еще на фоне стресса какого-то, где-то понервничали, где-то поругались, где-то что-то, чего-то, и вот получается у нас давление там зашкаливает. Обладает спазмолитическим действием в мышцах. Обладает спазмолитическим действием на мышцы и сосуды. То есть, когда у нас ноги сводят, тоже нехватка магния. То есть, опять нужно магний попить. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Обладает успокаивающим действием. И применяется при нарушениях сна и нервозности. Облегчает предменструальный синдром и другие нарушения, связанные с менструальным циклом. Предотвращает образование камней в почках. Товарищи дорогие, это хорошая профилактика камней в почках. Я знаю, что очень много людей ходят с камнями в почках. Особенно те люди, которые употребляют гормоны. Это же вообще, там почки забиваются просто на раз. Да и к тому же, знаете, когда человек употребляет гормоны, там страдает и сердечно-сосудистый, и печень, и почки. Там и сосуды страдают в первую очередь. Способствует предотвращению мигрени и облегчает головную боль. А в некотором роде цитрат идеальный, экологически чистый сосуд.
для транспортировки магния внутрь клеток. К тому же он служит эффективным топливом. Дополнительно элемвитал с органическим магнием обогащен экстрактами трав. Вот смотрите, что туда еще входит. Экстракт валерьяны обладает мягким седативным эффектом при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, сердечных неврозах, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии, мигрени, истерии, спазмах органов желудочно-кишечного тракта, особенно у женщин в климатерическом периоде. Экстракт листьев и цветков боярышника способен облегчить состояние при неврозе сердца и климатерии, способствует снижению кровяного давления, улучшает сон больных с сердечными заболеваниями, успокаивает. Экстракт шлемника байкальского оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижает повышенную нервную возбудимость, улучшает сон, способствует уменьшению головных болей, расширению кровеносных сосудов, снижению артериального давления. То есть вы представляете, вот насколько этот продукт получается полезным и ценным. А главное, что это не лекарство. И после того, как вы прошли курс лечения, вы можете обратиться вот к этому продукту и продолжить свое уже не лечение, а оздоровление. И вы знаете, больше чем уверена, обострений не будет. То есть очередного обострения не будет. Вы свой организм, своему организму обеспечите полное выздоровление. Если это, конечно, не какая-то очень запущенная форма. Вот. Вот такой вот интересный продукт. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.